Дорогие вольчане, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть ваши семьи будут всегда крепкими и дружными. Людям старшего поколения желаю здоровья и поддержку родных. А школьникам и студентам успешной учебы. Пусть Новый год станет для вас годом новых побед. Искренне желаю всем землякам семейного тепла, душевного покоя и радостных событий. И пусть вам неизменно сопутствует удача и успех. С наступающим Новым годом! Дорогие друзья, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы на новом жизненном этапе, которым является каждый следующий год, все ваши добрые замыслы воплощались в жизнь. Пусть и те, кто жаждет перемен, они произойдут. А для тех, кто ценит постоянство и спокойствие, жизнь останется такой же размеренной и без бурных потрясений. Желаю здоровья вам и вашим близким. Пусть не болеют ваши дети и родители. Всем благополучия, в том числе и материального, хороших зарплат и частых премий к ним. В эти новогодние дни забудьте о проблемах, думайте только о хорошем, улыбайтесь окружающим и самим себе, и уверена, жизнь покажется вам замечательной. Счастья вам, любви и добрых, чутких людей рядом. Дорогие друзья, приближаются самые красивые, самые добрые, самые семейные праздники – Новый год и Рождество. Я от всей души поздравляю вас. Что хочется пожелать? Чтобы наша страна жила в мире и согласии. Чтобы наши недоброжелатели поубавили свой пыл и научились уважительно относиться к России. Чтобы наши граждане берегли наши традиционные ценности, чтобы больше рождалось семей. И люди, чтобы не разбегались при первом конфликте, а научились беречь и хранить свою семью и трудиться над ее сохранением. Чтобы все дети росли с мамой и с папой. Чтобы люди не забывали своих родителей и как можно чаще баловали их своим вниманием. Хочется, чтобы все были здоровы, счастливы, всем мира, добра, любви, и тогда все будет хорошо. Дорогие вольчане, позвольте вас поздравить с самым теплым, самым ожидаемым праздником в году, с наступающим Новым годом. Во-первых, хочется поблагодарить вас за активное участие, которое вы принимаете в жизни и развитии нашего любимого города. Желаю вам счастья, добра, успехов, здоровья вам и вашим близким. С Новым годом! Уважаемые вольчане, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного неба. Особенно хочу сказать слова поздравления работникам агропромышленного комплекса, чей труд всегда тяжел и зависит от погодных условий. Хорошей погоды вам, дорогие сельчане! Дорогие жители города Вольска и Вольского района, от себя лично и от всего личного состава межмуниципального отдела МВД России Вольский поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Новогодний праздник в нашей стране всегда был и остается самым любимым. Его встреча связана с веселым настроением и исполнением желаний. В это время мы подводим итоги, вспоминаем яркие события, отмечаем достижения и с оптимизмом смотрим в будущее. Также хочется поблагодарить всех сотрудников органов внутренних дел за самоотверженную службу и верность долгу. Отдельное спасибо выражаем вашим семьям и близким, которые разделяют вашу радость и поддерживают в любых испытаниях. Низкий поклон и признательность ветеранам, профессиональный опыт которых всегда будет востребован в нашей работе. Уважаемые жители Вольска и Вольского района, разрешите от общественной приемной партии «Единая Россия» поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, удачи, мирного неба над головой и всего-всего самого-самого наилучшего. Дорогие друзья, уходящий год запомнится нам насыщенными и яркими событиями в культурной жизни Вольска. Фестиваль Ухи, День города, День России, рождественские и масленичные гуляния давно известны и любимы жителями нашего города. Вольску удалось также на высоком уровне принять у себя первый межрегиональный фестиваль театральных практик «Снег». Сказочные новогодние представления увидел множество больших и маленьких зрителей. Мне хочется пожелать всем в наступающем году крепкого здоровья, добра и благополучия. Будьте счастливы,
успешны и полны энергии. Пусть в ваших семьях царит мир и достаток, гармония и любовь. Еще раз всех с наступающим Новым годом! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! От лица молодежи желаем в этот праздник много светлых эмоций. Уходящий 2019 год нам запомнится яркими событиями, новыми встречами и значительными проектами. Пусть наступающий Новый год будет щедрым на успех и совершение, принесет творческое вдохновение и плодотворный труд. Уверенный наступающий Новый год наполнит жизнь каждого вольчанина новыми смыслами и незабываемыми моментами. В наступающем году желаю вам новых побед, крепкого здоровья, любви и успехов во всех делах.